35 ящиков спелых яблок из Европы сожгли по решению управления Россельхознадзора по Самарской области. Партию свежих фруктов сорта «Глостер» обнаружили совместно с таможней во время проверки помещений овощной базы областной столицы. На ящиках специалисты заметили этикетки с указанием страны производителя – Польши. Согласно документам, партия должна была отправиться в Казахстан. По одной из версий, уже оттуда яблоки привезли в Самару, где и хотели сбыть товар. Вот только реализовать продукцию из Евросоюза, попадающую под эмбарго у предпринимателей, не получилось. 455 килограммов фруктов изъяли и сожгли. Был проведен таможенный осмотр помещений и территорий на овощной базе города Самара, в ходе которого была обнаружена партия свежих яблок сорта «Глостер» происхождением Польши. На эту партию яблок было выдано предписание об уничтожении запрещенной продукции к ввозу.